Задание номер 15 из пробника ОГЭ от ФИПИ. На графике показана зависимость температуры двигателя от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от момента запуска двигателя. На оси ординат температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, на сколько градусов Цельсия нагреется двигатель со второй по пятую минуту разогрева. Находим вторую минуту разогрева по оси абсцисс, то есть по горизонтальной оси. Вот она. Далее находим точку на графике, которая соответствует двум минутам. Вот таким образом. Далее находим точку на вертикальной оси, которая соответствует найденной точке на графике. Вот таким образом. И получаем 30 градусов Цельсия. Это значит, второй минуте разогрева соответствует 30 градусов Цельсия. Далее находим пятую минуту разогрева. Вот она, пятая минута разогрева по горизонтальной оси. Находим соответствующую точку на графике. И далее находим соответствующую ординату этой точки. Вот таким образом. Это значит, что пятой минуте разогрева соответствует 60 градусов Цельсия. Нам нужно узнать разность температур. А это значит, находим дельта Т. Разность температур. От большей температуры вычитаем меньшую. То есть дельта Т, разность температур, равна 60 градусов минус 30 градусов. Получаем 30 градусов. Равно 30 градусов. Записываем в ответ число 30. Пишем ответ. Ответ 30. Задача решена.